Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 17 серии турецкого сериала «Красные бутоны». Ранее мы увидели, что полиция задерживает Наима. Все очень обеспокоены этим. Никому не известно о личности человека, который пришел с заявлением в полицию. Когда об этом рассказывает Лавенту, он тоже говорит, что ему об этом ничего не известно. Сади говорит, что если он расскажет правду, то государство сможет проявить к нему милосердие. Но мужчина отказывается. Он уверен, что к нему может проявить милосердие только Всевышний за то все, что Сади для него сделал. В городе начинаются беспорядки из-за задержания главы секты. Левент переживает из-за того, что все может стать еще хуже. Отношения Зайнеп и Джунейта переживают сложный период. Мужчина боится, что их пути разойдутся. Премьера 17 серии турецкого сериала «Красные бутоны» состоится 6 мая.